Евгения в кабинете диспансеризации впервые. Сюда ее направил участковый врач. В этом кабинете узнать о состоянии своего здоровья может любой желающий. Все обследования проводятся бесплатно. Да, будет. Да, можете у нас проходить. Амбулаторную карту, еще что нужно? Полис. И к вам приходить. Сначала нужно заполнить анкету, дать свое согласие на диспансеризацию, а также предоставить амбулаторную карту и страховой полис. Только после этого специалисты приступают к обследованию, измеряют рост и вес, а также проверяют внутриглазное давление. Давление измеряем, выявляем риск глаукомы у пациента. Тут 10, то есть правый 10, левый 13. Это давление хорошее, разница между глазами тоже допустима. Растомеру, выпрямились, пяточки вместе. Рост 168,5. Встаем на весы. Пациент стоит, ни за что не держится. Вот 73,500. Соотношение роста и веса высчитывается по определенной формуле. Таким образом находится индекс массы тела. Он говорит о том, стоит ли пациенту задуматься, худеть или наоборот набирать вес. Следующий этап. Евгений измеряет артериальное давление. С ним, оказывается, есть некоторые проблемы. Минуточку, подождем, пожалуйста. Результат 120/63. Давление немного низкое. Евгения признается, не успела позавтракать. В заботе об организме мелочей нет. Участковый врач направил на диспансеризацию не зря. Стоит внимательно относиться к своему здоровью. Конечно, надо следить за своим здоровьем. Хочется пожить подольше, детей воспитать, внуков понянчить. Теперь осталось сделать электрокардиограмму, сдать кровь из вены, пройти флюорографию и пару дней подождать результатов. Кстати, все процедуры проводятся без очереди. Затем на прием к терапевту. Он изучает результаты анализов и дает необходимые рекомендации. Родственники болели сердечными заболеваниями? Да. Это что, наследственность тоже как-то влияет? Наследственность тоже играет роль на развитие сердечно-сосудистых заболеваний. То же самое по онкологии. Если случаи смертности были в возрасте до 55 лет, у близких родственников, то есть у мамы, у отца, значит, у брата, у сестры, то это тоже как бы уже фактор риска по онкологическим заболеваниям. У Галины с уходом за полостью рта все в порядке, ведь сама работает в стоматологии. А вот на приеме у другого медицинского специалиста почерпнула важную информацию, в том числе и как правильно выбирать продукты. Рекомендации даны здесь очень хорошие, потому что никогда не смотрим на надписи на продуктах, сколько содержит жира, углеводов и всего того. Сейчас будем больше обращать, чтобы не было холестерина. Врач-терапевт заносит все результаты в специальный документ – паспорт здоровья, который выдается пациенту. Поскольку диспансеризация – это целый комплекс обследований, которые помогают определить группу здоровья. В зависимости от нее специалист рекомендует меры профилактики. Если у пациента выявляется подозрение на то или иное хроническое заболевание, то терапевт составляет план дополнительного обследования. Это будет уже второй этап диспансеризации. То есть в зависимости от того, какие выявлены отклонения, дальше уже проводится на втором этапе дообследования. Глаукома, злокачественные опухоли, ишемическая болезнь сердца, хронический бронхит, астма, пневмония. Их лучше предотвращать, чем лечить. Поэтому такое комплексное обследование нужно проходить раз в 3 года. Раньше подобные осмотры организовывали обычно только крупные предприятия для своих сотрудников. Теперь это стало доступно всем горожанам, вне зависимости от места работы. Александра Поддубная, Влад Черноусов, Интера ТВ.